Всем привет, ребята. Ну, я до сих пор, конечно, грустная, но все-таки с вами хочу поговорить. Мне кажется, что я немножечко жирею. Я бы хотела попросить хозяев, чтобы они мне другой корм не давали. Разнообразия никакого нету. Тем более этот корм очень вкусный. Значит, не вкусный он совсем. Он совсем не вкусный. Точнее, он очень вкусный. Только вот понимаете, из-за него жрею. Хозяйка, но я не хочу быть тут. Отстань, хозяйка. Ну, ладно, тут побуду. Хотя, может, я и на окно хочу запрыгнуть, потому что я люблю птичек таскать. Правда, я не знаю, почему этих птичек... в клетку садили, и там их продолжали растить. Я что, особенная, что ли? Нет, я имею в виду, почему они начали их растить, этих птичек. Зачем им птички, если есть я? Ну, рыбки-то им зачем? Их только кормить надо. Камера, ну что, все вижу. Пожалуйста, не надо так делать. Я уже ухожу. А камера! Камера! Ты что, ну всегда довишься? Фух. Я тут уже. Хозяйка, ну не надо. Я начну... Ну, хозяйка. Ну, ладно. Короче. Я хочу просто с вами поговорить. Я хочу вам все показать мою. Это погремушка старая наша. Такая вот погремуха. Это вот такая вот подуха. Маленькая. Для малышей у нас есть. Еще у нас есть, вот это у нас есть. Смотрите, вот сюда, смотрите. Сейчас. Вот смотрите, вот сюда вот дуете, и такой звук происходит. Вот такой вот. Вот такой вот. А еще эту штуковину можно мяу включить. Сейчас только найду включатель или выключатель. Вот он так светит. А еще вот так. Видите? Вот это типа, смотрите, это надо вот так вот, смотрите. Это вот так надо лежать и смотреть. Короче, ладно. Это зайчик такой наш большой. Вот такой зайчик. Это вот такая вот машина. Немножко облепленная постель, но ничего такого. Такой котик тут. Так. Это вот такой вот. Это вот так, кстати, открывается. Я не обращаю внимания, там кинетический песок синий. Это машинка, вот такая милиция. Но я не хочу сразу все прям показывать. Я хочу рыбобокс, самое главное, мел посмотреть. Это я тут, видите? Ща, камера не делается. Мы вот дали рыбкам вот эту вот капусту. Там немножко подрызали. Нет, не вот эти, а вот видите вот эти вот рыбы. Это рыба. Она подгрызала там все. У нас 4 рыбки такие уже. Куда эта рыба делась? Это же рыба только что тут была.
откуда она... Поплыла. Видите, как она выглядит? Сейчас подожди. Мяу. Сейчас я попытаюсь как-нибудь сфокусировать камеру. Короче, не получилось мне ничего. Короче, ну видите. А еще я вам хочу показать мою коллекцию светоотражателей. Вот такая вот. Если меня сейчас Артем из второго класса смотрит и в река ревел, то, по-моему, я у него видел на рюкзаке такую же лапу. Правда, она немножко тут порвана, немножко. Еще вот такой светоотражатель у меня есть. Хочу еще там показать. Так вот, футбольный. Еще Данил из этого же класса второго говорил, не обращай внимания, что хорошо. Из второго класса Данил вот говорил то, что такой же мячик у него был, только оранжевый. Сейчас, подождите. Еще учительница какой-то оранжевый светоотражатель был. Но не мячик. Вот такой. Это еще светоотражатель есть. Еще у меня есть вот такой светоотражатель. Ну, сейчас, подождите, достану его. И... вот такой светоотражатель у меня еще есть. Вот. Еще у меня есть вот такой светоотражатель. Ну, в принципе, как бы все, только еще два есть. Вот. Сейчас, подождите. Это один. Да блин, камера. Я покажу вообще-то. Вот один. Перевернешь вот такой вот. Еще у меня такой же точно был Дед Мороз прислал. Но он куда-то там потерялся, я не помню. Послушайте эту песню. Пожалуйста, слушайте эту песню. Короче, не будем отвлекаться. Еще у меня... этот звук точно слышался. Но почему у меня все видео не могут быть без вот этого вот пип? Это единорог. Вы, наверное, его помните с прошлых видосов. С двух видосов. Кухня кое-как там какая, ресторан и вот эти вот битвы. Кстати, надо бы продолжить битву, но я не знаю, когда это сделаю. Потому что я обещала сделать дальше битвы. Хотя, может, на этом видео прям сделать. Хотя нет, они должны одинаковые быть. То же самое. Единорожек. Такой мягкий. Еще почти такой же. Есть? Смотрите. Смотрите, что эта корова умеет делать. Поняли, короче, что она умеет, она ничего не умеет, она только плясать умеет под песенку свою. Это такая вот Кейти. Часики тут показаны. Правда, она давно не работает, она слишком старая. Очень давно. Какой-то. Посмотрите. Короче, поняли. Смотрите, вот, когда вот так вот, смотрите, вот так вот нажимаешь, и вот эту вот штуковину трогаешь, хотя можно и так трогать, то она приятная на ощупь, она как будто бы мягонькая. Такая вот. Сёминая. Нет.
Я не знаю зачем, но эта штука не нажимается. Это тоже который, это тоже. Короче, все. На этом все заканчивается, наверное. Он еще свинюха. Хрю-хрю. Только я одно не могу понять в этой свинье. В мультиках этих у них были хвостики, а у этой нету. Кто из разработчиков это сейчас смотрит, кто... Вот если разработчики вот этой вот игрушки сделали ее и смотрят сейчас это видео, то... То если вы до сих пор эти игрушки делаете, то, пожалуйста, делайте им хвостики, потому что они реально есть в этих мультиках. Я все помню. Короче, все. Вот еще она у меня здесь. Дайте вот коте маракуй. Он говорит, ну как бы от качающей курицы до айфона. Зачем мне качающаяся курица? Зачем мне эта курица, если она у меня и так уже есть? Айфона только нету. Ничего не понимаю. Ладно. От свинья. Кстати, если ногой очень резко на нее наступить, просто голова вылетит. А, кстати, вот эта вот штука белая... Почему целых два пи было? Ой, вот так. Короче, эта штука белая мне напоминает кишки. Хочу вот это еще. Так, это лошадка. Это... Так. Это пони вот такая. Это баран вот такой. Это вот такая вот овечка. Это маленькая овечка тоже. Это вот такой динозаврик. Это вот такая пони. Если видишь красного оленя, беги. Вот это пони было в этом видео, кто помнит. Вот это тоже. Без хвоста. Я все отстригла. Потом еще в аквариум хотела запустить давно. Вот это понятно. Да! Я все вижу вообще это. Мяу. Алло. Это что такое? Останешься, что ли? Нет. О, вот. Смотрите, вот так вот прикольно. Смотрите, вот так вот. Возьмите камеру. И... Сейчас, подожди. И... Короче, поняли. Подождите, еще раз. Наслаждались. И... Вы поняли, короче. Так. Там еще была вот такая же голубая пони. Ну, из народной коллекции. Подождите минуту, эта лошадка кое-что умеет. Смотрите, что эта лошадка умеет. Конечно, то, что все, но если ее поднять, я могу так. Короче, это еще Пикачу. Если меня смотрит этот, как его, Покемон Юмичу, то у нее точно нет этого покемона. Короче, ладно. Продолжай вот это вот только звук. Так, тут еще одна овечка вот такая вот. Смотрите. Еще такая вот лошадка. Тетя Олина. Это вот такая лошадка. Крышка нету. Еще вот такая тыква. Мы ее сами делали. Еще вот такая вот лошадка. Да блин! Вот такая лошадка. Из одной коллекции вот они. Ну, сейчас вам поделочного басика покажу. Такой басик. У меня один такой есть. Ой, басик. Такие у него лапки.
А потом ли хвостик есть? Уип! Ой! Давай я тебе прощаться уже. До свидания!